На востоке столицы запустили современную трансформаторную подстанцию. Минск активно развивается, и подстанции, работавших в этом районе, который давно перестал быть окраиной, уже недостаточно. Новый объект, который преобразует и распределяет электроэнергию, поступающую с ТЭЦ, построили по славянским технологиям. Это возможность обеспечить все строящиеся жилые комплексы электроэнергией. Это возможность обеспечить электроэнергией строящийся комплекс «Трансгаз Газпром Беларусь». Это объекты социального назначения, торговли и так далее. На строительстве этого объекта были задействованы все современные технологии, которые существуют сегодня в мире. И оборудование, которое было сюда поставлено, имеет широкую географию, но здесь представлены ведущие компании. Партнеры из Словении рассчитывают и в будущем участвовать в развитии инфраструктуры столицы. На очереди строительство сразу нескольких энергетических объектов.